Ну да, это время называют по-разному. А сейчас чаще говорят «застой». Тогда говорили «развитой социализм». Причем удивительно, что на каждую новую формулу такого идеологическую придумали новое слово, потому что вроде бы «развитый», а тут был какой-то «развитой», социализм. И это было не случайно, потому что до того, в 60-е годы, когда просто объявили, что вот через 20 лет будет коммунизм, и эти годы-то поджимали, а коммунизма все нет, значит, нужно было как-то остановиться, оглянуться, и тогда вот застыли на вот этой вот формулировке «развитой». И появлялись какие-то новые бытовые какие-то вещи, удивительные для меня тогда молодого человека. Я очень любил всяческого рода автоматы, да? Вот автомат с газированной водой. Нисколько сама даже газировка, которая была сладкая, противная, не особенно хорошая, но вот то, что ты туда кидаешь эти 3 копейки, и вот начинает сначала сироп льется, вот, а потом сама вода, а ты уже сам, кстати, вот уже какое-то тебе право самостоятельности. Все-таки ты можешь меньше сиропа, ты немножко отставляешь, потом вставляешь снова воду. И вот, или другой прекрасный прибор, совершенно до сих пор у меня в памяти, который выплевывал пончики. Вот такой огромный механизм, да, и вот из него необычным образом вот эти вот пончики в жутком, дико, видимо, вредная штука, потому что в жутком масле, машинном похоже вообще, и такие они все кипящие, вот это все, это еще сверху на все это сыпалась пудра, и вот эти пончики, вот в такой пакете таком это все происходило, тебе выдавали, но даже не сколько сами пончики, сколько вот этот вот удивительный механизм, который их производил, это какой-то был, ну, я не знаю, там, Чарли Чаплин, «Новые времена». Это вот что-то было такое удивительное и необыкновенное. И вообще что-то появлялось. Возле той школы, которую мы заканчивали, появился универмаг «Москва», такой новый быт, да, это уже такие большие стеклянные витрины, эскалаторы, чтобы не в метро, а в магазине можно было идти не по лестнице, а ехать по эскалатору и сверху смотреть на товары. Правда, смотреть было, конечно, не особенно, не на что особенно там, в общем, честно говоря. Везде было написано «будьте взаимно вежливы», там кассиры, официанты, там и так далее. Но очень трудно было быть взаимно вежливым и улыбаться, когда тебе нужно было все время говорить «больше 2 в одни руки не давать», или «товар кончился», «колбаса кончилась», значит, и так далее. Очень трудно это все говорить вежливо, с улыбкой и обаятельно, да, или «сегодня у нас рыбный день», да, в каком-нибудь кафе, или «шницель больше не дают» там и так далее. Вот эти все вещи трудно было говорить с такой очаровательной вежливой улыбкой, как это показывали в советских кинокомедиях. Годы у нас, конечно, начинаются не ровно 70 или ровно 80, а с какого-то события. Конечно, таким событием были танки в Праге. И вот эти танки в Праге, они проехались не только по чешской мечте о социализме с человеческим лицом, но и с тем, что и здесь все закрывалось, и все надежды наших старших братьев и родителей на вот эту вот свободу и разнообразие, дальше Брюк, это не шло. И, конечно, представление о том, что читалось то, что печаталось в газетах, это условность, потому что, на самом деле, конечно, везде, ну, не в смысле везде, в моем кругу, в университетском кругу, в студенческом кругу, под подушкой был и Солженицын, и Мандельштам, и Цветаева, хотя тоже такая вот полудопущенность. С дурацким предисловием все-таки вышел томик «Тоники Мандельштама». И мой отец с большим изумлением смотрел на то, как я пришел с черного рынка и вместо, так сказать, хотел купить себе куртку, а вместо этого купил вот этот тоненький томик Мандельштама, который стоил сумасшедших, конечно, тогда денег. Все было вместе, и поэтому в одном стихотворении, которое я посвятил своему сыну, я написал: «Да-да, спивались трудовые коллективы, и в директивы привносились коррективы, и ограниченные наши контингенты, внимая просьбам, занимали континенты, и верным нюхом чуять мыслящих инако умела каждая служебная собака. Но как не стыдно, сын мой, как ни странно, мы были молоды, и жизнь была желанна».
Профессия продавца, пожалуй, одна из первых профессий, с которыми знакомятся дети. Магазин поражает воображение ребенка. Кажется складом волшебных сокровищ. Первые детские игры в торговле. Продавец в глазах детворы – обладатель всех этих несметных богатств, щедрый и добрый человек. Еще на заре своего детства человечество превратило торговлю в мощный рычаг прогресса. Торговля вызвала к жизни множество замечательных наук. В наши дни торговля и рожденная ею сфера обслуживания стали важнейшим народно-хозяйственным делом. Сфера услуг, сказано в отчетном докладе ЦК КПСС 24-му съезду Коммунистической партии Советского Союза, заслуживает самого большого внимания и с точки зрения выделения средств, необходимых для ее развития, и с точки зрения укрепления кадрами, повышения общественного престижа работающих в этой области людей. Повышение общественного престижа. Недаром эти слова внесены в программный партийный документ. Действительно, у нас существует стойкое предубеждение к самому слову «обслуживание». Но ведь нас в такой же степени обслуживают врачи, строители, музыканты. Мы спросили у нескольких прохожих: хотели бы вы, чтобы ваши дети работали в торговле или общественном питании? Ну, лично у меня такого желания нет. Нет, конечно, ни за что в жизни. Мне хочется другую специальность для своей дочки. Мне больше нравятся другие профессии, чем торговля. Ну, во-первых, кругозором своим, возможностями, дальнейшим ростом, а тут же что, продавец и все. Мне не нравится эта работа. Почему? Чем? Даже не могу сказать, чем, но она мне не нравится. Мне хочется, чтобы моя дочь была пианисткой. Вот так. Мало того, это предубеждение не чуждо и некоторым работникам сферы обслуживания. Нина Леонтьевна Гришаева, руководитель одного из крупнейших киевских комбинатов питания, подтверждает это. Вообще это правда, действительно.
Вот я работаю 4 года в этом предприятии директором. И буквально каждый день к большому стыду приходится сталкиваться с такими вопросами. Вот и наши некоторые повара иногда пытаются сказать кому-то, что они работают, даже если и в предприятии общественного питания, то не поваром, а кем-то директором зала, администратором зала, как можно судить по телефонным звонкам. Иногда звонят знакомые, вот у меня был такой случай, звонит знакомый, спрашивает, не буду называть фамилии, повара моего, и говорит, позовите директора зала. Я знаю, что она работает поваром. А потом я еще раз переспросила, просто не поверила, это повар 6-го разряда, учится в институте, замечательная мастер, замечательный человек. И она все-таки не сказала о том, что ее профессия повар. Мне было в душе очень больно, какое-то отношение к специальности повара, официанта. Еще у нас недоброе такое отношение, и пытаются они скрывать. Чем это вызвано? Может быть тем, что если кинокамера устанавливается в центре торгового зала, то наверняка снимают фитиль. Тем, что постоянные герои эстрадных фельетонов, жулики, завмаги. Даже в прекрасной песне из кинофильма «Карнавальная ночь» есть слова «Работница питания приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал». Только на заводском карнавале Танечка смогла показать себя. Дело, конечно, не в песнях и не в фельетонах. Это просто мелкие штрихи, отражающие устоявшиеся мнения. Однако мы с этим мнением хотим поспорить. Ведь торговля не стоит на месте. И путь, по которому она движется сейчас, путь разительных перемен. Поле деятельности программистов и плановиков, электронщиков и экономистов, футурологов и психологов. Винница, городской универмаг. Здесь впервые в нашей стране был проведен эксперимент, который, впрочем, сегодня стал обычной жизнью. Продавец всегда стоял за прилавком, за столом, за барьером. И вдруг его неожиданно лишают этой пограничной полосы, которая века отделяла его от покупателя. Более того, он должен впустить покупателя в святая святых, в свои владения, где лежит огромное число товаров. В чем смысл этой идеи? Нам ответил директор универмага, бывший фронтовик, заслуженный работник торговли Украинской Республики Михаил Михайлович Малышенко. Самообслуживание, оно было подготовлено развитием вообще торговли в нашей стране. Но вся беда в том, что многие у нас толковали, что у нас не подготовлен покупатель, у нас не подготовлен продавец, у нас не хватает товаров. Аж потом, если все это станет на свое место, давайте будем делать самообслуживание. Но вопреки этому всему, мы 2 года тому убедились, что далеко это не так. И вот сегодня налицо. Все, кажется, подготовлено. А то, что у нас не хватает некоторых товаров, я думаю, тоже пройдет. 1-2 года, и тоже все в этом вопросе будет восстановлено, так как очень много предприятий легкой промышленности, пищевой промышленности вводится каждый год для того, чтобы было товаров достаточно, товаров для нашего народа. Ежедневно в универмаг приходят 35-40 тысяч жителей города Винницы. Когда были прилавки, на каждую покупку уходило 15-20 минут. С хронометром в руках подсчитано. Перешел универмаг на боксовую систему. Время покупки сократилось до 5-6 минут. При новой линейной системе 1-2 минуты. Выигрыш в 10 раз.
За день работники универмага экономят жителям города 6500 часов. Впрочем, пусть вам не покажется, что все дело в геометрии торгового зала. Всем известны трудности, которые возникали перед авиаконструкторами, преодолевавшими тепловые, звуковые и прочие барьеры. Преодолеть деревянный барьер, морально преодолеть, психологически, уверяем вас, было тоже непросто. Здравствуйте. Что вас интересует? Меня интересует пальто. Какое, демо или зимнее? Демисезонное. Пожалуйста, пройдите на размер. Со стороны это выглядит как репетиция какого-то спектакля, который разыгрывается здесь, в магазине. Актеры на месте, декорации самые настоящие. Художественный совет в полном составе. Киевской швейной фабрики. Оно утепленное. Подходит для зимы и для осени. Но, по сути, это учеба. Продавцы учатся друг у друга нелегкому искусству торговли. Добрый день. Прошу, скажите, пожалуйста, какие вы можете сделать замечания? По разговору Нины. Что вы будете делать, если покупатель покидает секцию, не совершив покупки? Как вы на это будете реагировать? При разговоре с покупателем не прячьте глаза, смотрите ему в лицо. Внимательно выслушайте человека. Не правда ли, все эти советы имеют явно психологический оттенок? Вот новая область, с которой сталкивается продавец-консультант, носитель новой, только что родившейся профессии в новой пятилетке. Почему-то все считали, да, это было даже, можно сказать, и в зарубежной практике, и в наших социалистических странах, все считали, что, дескать, нужно сделать самообслуживание, чтобы улучшить, быстрее совершать покупки продовольственных товаров. Почему? Да, дескать, потому что всегда хозяйка торопится или до работы, или после работы. Всегда, дескать, здесь у нас имеются пробки. А промтовары совершают покупку все в свободное время. Но оно наоборот получается. Если с продовольственными товарами сложность, что требуется фасовки товаров, так в промтоварах то сложности этой нет, проще. Значит, по-видимому, здесь в этом вопросе у нас была какая-то косность, недопонимание этого вопроса. Особенно в универсальных магазинах, которые торгуют универсальным ассортиментом непродовольственных товаров, это проводить нужно обязательно. Перевод на метод самообслуживания обязательно. Почему? Очень большие потоки покупателей, и единственное спасение для этих магазинов, чтобы покупатели своевременно ушли с покупками, это самообслуживание. Но не боксовая система, которую сегодня мы проводим. Кстати сказать, мы их авторы боксовой системы, мы авторы. Мы ее породили, и через 3 месяца мы ее похоронили. А вот уже больше чем 1,5 года у нас линейность, где нет никаких барьеров. А первые схватили боксовую систему, и, к стыду нашему сказать, многие предприятия страны, большие предприятия, переводят магазины на самообслуживание по методу боксовой системы, по методу клеток, ограничений, контроля дополнительного, пропусков каких-то, остав корзину, сумка, это неправильно все. Выгодно ли оно покупателю? Государству выгодно ли? И выиграло ли в этом что предприятие? Первый вопрос, выиграл ли покупатель? А что же он выиграл? Была очередь и осталась очередь при боксовой системе. Выиграло ли государство? Да, государство как будто выиграло новая форма торговли. Но мы же искусно сдерживаем продажу товаров достаточной группы, потому что какую-то пропускную систему установили. Предприятие что выиграло? Да предприятие тоже. Товарооборот не растет, а теряется. Потому что покупатель уходит без товаров. Другое дело – линейная планировка торговых залов, где все открыто, свободно, никто никого не регламентирует. Не покупатель, иди смотри, расскажешь соседу, что видел. А если ты пройдешь, посмотришь десятки наименований, обязательно что-то купишь. Вот в этом и смысл. А отсюда и престиж предприятия. Потому что когда с магазина уходит покупатель в настроении, обязательно он скажет доброе слово в коллективе. И меньше времени уходит на покупку. Сразу можно выбрать то, что хочешь. Посмотреть, рассмотреть,
Есть продавцы-консультанты, они помогают. А раньше придешь и дергаешь ее все время, много нас. Все дергают, да, девушка то. Ну, она нервничает, а сейчас у нее больше свободного времени. Она может больше уделить внимание каждому в отдельности. Продавцы намного стали к нам, ну, как вам сказать, ближе. Они не стали просто продавцами за прилавком. Они уже стали консультантами, советчиками, покупателям. Вот здесь мы остановимся. Продавец-консультант не только досконально знает товар, не только вежлив и внимателен. Он должен мгновенно увидеть подходящего к нему человека, определить его возраст, размеры и особенности фигуры, те тонкие детали, по которым можно судить, как человек привык одеваться, не попробовать ли изменить его вкус. Он должен помочь покупателю выбрать то, что будет для него, покупателя, самым подходящим. Продавец-консультант, по сути дела, посредник между промышленным производством и народом. Именно из его рук советские люди получат поток нужных и красивых товаров, который намечен к выпуску планами партии на пятилетие. И надо, чтобы эти руки были не только чистыми, но и квалифицированными. Именно поэтому в Винницком универмаге, как на любом производстве, проводятся ежеутренние летучки. Здесь у меня имеется, товарищи, несколько книг, где записаны благодарности. Секция «Чулок. Комплекс. Все для женщин». В отдел «Чулок» мы попали случайно. Слушайте очень внимательно, это очень важно. В отдел «Чулок» мы попали случайно. И нас окружили таким вниманием продавцы-консультанты, что мы вспомнили о своих лучших подругах. И с удовольствием купили для них в этом отделе подарки. Такого внимания, такого доброжелательного отношения товарищ Гуртовской и ее подруг по работе мы не встретили ни в одном отделе универмага. Вы поняли, Женечка? Вот теперь я прокомментирую. Я полагаю, по этой благодарности, большое спасибо и так далее, все. Пришли молодые люди или люди в возрасте, пришли в универмаг, обошли весь универмаг случайно. И никто ним не уделил должного внимания. И тут Буртовская продавцами-консультантами уделила то внимание. Они вспомнили, что у них имеются жены, и они сделали подарки. Следовательно, товарищи, это еще раз говорит о роли продавца-консультанта. О нашем внимании к покупателю. Покупатель в магазине пришел случайно, а ушел с покупкой в хорошем настроении. И, по-видимому, вручая этот подарок дома, в доме тоже хорошее настроение. Опыт Винницкого универмага внимательно изучается работниками торговли не только в нашей стране, но и за рубежом. Коллектив награжден орденом Трудового Красного Знамени. Если бы мы побывали на летучке в другом крупном торговом предприятии, в магазине типа «Универсам», то там мы увидели бы совсем немного людей, затерявшихся в пространствах огромного торгового зала. Самые породословные восходят к предприятиям, ничего общего с торговлей не имеющим, к конвейерам, к автоматическим и поточным линиям. В универсаме машины разгружают, транспортируют и продают расфасованные товары более 1500 наименований. Thank you.
культура торговли неотделима от приветливой улыбки продавца, его готовности прийти на помощь, подсказать. И все же улыбка не спасает от чувства досады, когда покупателю приходится стоять в очереди. Универсам почти безлюден. Здесь некому улыбаться. Зато эта система торговли сама рождает улыбку покупателей. Ее причины – минимальное время, минимальные заботы, максимальные удобства. Вслед за Москвой и Ленинградом универсамы появятся и в других городах страны. Сидится им в теплых квартирах. Их адреса за тысячи миль от дома. Их рабочее место – вся планета. Что же делать в такой ситуации работникам торговли? Выход из положения нашли в Калининграде. Открыли магазин без покупателей, куда вместо них приходят радиограммы. Я капитан СРТ-77 Казанский. Прошу вручить 5 декабря подарки моей жене Казанской Екатерине Власовне, духи, шампанское, шоколад, сыну игрушечный автомобиль, и доставить по адресу Калининград, улица Карла Маркса, дом 77, квартира 2, Казанский. Из далеких морей и океанов шлют свои заказы экипажи рефрижератора «Финский залив», плавбаза «Рыбацкая слава», китобойной базы «Юрий Долгорукий». Сколько рыбаков в море, столько и судеб на берегу. Всегда вместе мужья в море уходит и приходит, потому что у нас в основном сезон. Один Новый год только мы встречали вместе, а с день рождения никогда. У меня с первых дней замужества все время мы в море. Вот мы поженились когда, он через 5 дней ушел в море. 5 декабря у Екатерины Казанской был день рождения. Мы уже знали о радиограмме, пришедшей в магазин рыбак. Екатерина Власовна еще не знала. На 3,5, потом приходит на немножко, потом 5 уходит, а потом подольше бывает. Счастливый нет на свете, когда муж ждет с моря. Я бы здесь говорить о таких. Я не сплю, конечно, целую ночь. Да, вот тут сейчас постучит в окно. Он всегда в окно стучится. Сережа уже не спит, мама говорит, наверное, папа уже стучится, вставай. Катенька, ты чего телефон? Ты что? Конечно, вот шторма. Вот сейчас шторма это время, как-то даже ночью не всегда спится. Потому что очень сильные шторма были. 10 баллов был там шторм. В общем, как на улице ветер сильный, так и волнение у нас. Здравствуйте. Вам подарок от вашего мужа. Поздравляем вас с праздником. Желаем вам всего хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте, Сережа. Посмотри, какой папа Сережа. Машина.
Сейчас как-то не принято. Поздравим ее, чтобы она не старела, до старости жила. Всю жизнь молодая была. День рождения. Да. Мужчина здесь с тобой, это вообще так мужское дело. За тех, кто в море. За тех, кто в море. Потому здесь свободно себя чувствуешь. Вот особенно утром, когда встаешь, какой воздух чистый. Люди встают, и птицы встают все. Щебет птиц. Солнце поднимается. Видишь росу каждый день на траве, чистая, ясная. И земля. Все. Все окружающее, все это меня притягивает. Я вижу это каждый день. Это говорит Борис Чеботарь, работающий на автолавке водителем-продавцом, а по-старому карабинником. Его магазин на колесах. Сам прибывающий туда, где нет возможности открыть торговые предприятия. На полевой стан, на ферму, прямо к дому молдавского колхозника. Он продавец, фактически живущий и работающий в самой гуще потребителей. Торговая точка в народе. Самый точный и оперативный информатор спроса, имеющий уникальную обратную связь, продающий не то, что дают на базе, а то, что заказывали конкретные люди в конкретных селах. Есть в работе Бориса Чеботаря что-то от подвижничества. И не только потому, что он сам в непрерывном движении вместе со своим торговым предприятием, но и от характера ежедневной, постоянной работы с людьми. Работа совсем не связана с водительской. Есть непривычные и незнакомые. Эта работа требует вообще переделать себя полностью. И характер, и поведение. Ты всегда с людьми. Всегда тебя все спрашивают, все к тебе обращаются, и все выполняешь их заказы. Привозишь им или на работу, или домой, или встречаешь их где-то прямо в пути и отдаешь, и люди остаются очень довольны. Автолавки, обслуживающие сельские районы, работают у нас по всей стране. Часто проезжают они через украинское село Лесоводы. Впрочем, проезжают транзитом, не задерживаясь здесь. В Лесоводах построен один из первых в республике типовой торговый центр для села. Здесь все соответствует городским стандартам в самом современном смысле этого слова. При торговом центре кафе. Когда-то были такие сомнения, стоит ли строить предприятие общественного питания в селах, в шаге от собственного огорода, погреба, парника. Оказалось, стоит. На глазах стирается грань между городом и деревней. Сельские кафе неотличимы от городских. Вот кадры, снятые в ничем не примечательном селе Лесоводы. А вот рабочая столовая знаменитого столичного завода «Динамо».
ежедневно за общественный стол нашей страны садится 10 миллионов человек. Их обслуживают 2 миллиона работников предприятий общественного питания. При элементарном подсчете каждый из них должен ежедневно кормить семью из 5 человек, совершенно не страдающих отсутствием аппетита, не желающих иметь никаких хлопот с едой и вечно торопящихся. У Галины Фроловой, заведующей производством одного из цехов рабочей столовой завода «Динамо», мы спросили, как работается, не тяжело ли? Ну, тяжело. Людей легко-то. Мы посмотрим, в цехах тоже тяжело работать. Уже привыкли. Мы их накормим, они уйдут, улыбаются, работают лучше. Как же мы без них? Утром их завтраками кормим, вечером в обед обедом, вечерняя смена кормим. Все время народ, все время они от нас зависят. Не накормишь, они плохо работают. Конечно, как же думаю. На голодный раз желудок поработает. Все время с народом, все время народ нас знает, мы как-то их все знаем. И на праздники, вот на ноябрьский, там Новый год, нам не всегда, нам и шоколадки несут, и открытки несут, нас всегда поздравляют рабочие. И от старого, и сквозь до молодого всегда. Ежегодно у нас практикуются, приглашают молодежь, которые оканчиваются 8-10 классы. Они стараются всему научиться. А раз кто старается научиться, тот всегда научится. Многие из этих молодых людей станут работниками общественного питания. Они, возможно, с удивлением и ясным пониманием разительных перемен читают сегодня военные стихи Евгения Винокурова. «Я помню хлеб, он черен был и липок, ржаной муки был грубоват помол. Но расплывались лица от улыбок, когда буханку ставили на стол. Я с неизменно острым интересом и сердце замиранием следил за грозным хладнокровным хлеборезом. Он резал хлеб, он черный хлеб делил». Добрый путь вам, молодые повара. Вы выбрали достойную профессию. Труд дает право на отдых. На отдых пенсионный, на отпуска. И вот такое ежедневное право на отдых после работы. Давным-давно на берегу Немана была деревня, которая называлась Три острова. Три прекрасных девушки, три веселых пивуни жили в этой деревне. Однажды их увидел бог Перкунос. Увидел и всех троих полюбил. Случай, конечно, редкий, но не невозможный. Полюбив девушек, бог тут же громыхнул громом и обратил их в русалок, в своих пленниц. Но не пелось в плену трем прекрасным русалкам. Сообразительный Перкунос понял, в чем дело, и разрешил им каждую полночь снова обращаться в девушек. С той поры в ясные летние ночи доносится с трех островов тихое девичье пение. Память об этой древней легенде и хранит в своем названии кафе «Трис Мергелес» – «Три девушки», расположенное на берегу Немана. Была такая карикатура – спортивный постамент, на котором стоят три победителя соревнований по самой маленькой скорости. На первом месте – черепаха, на втором – улитка. На третьем – со стаканом холодного чая в руке – официант. Эта карикатура вспомнилась нам в кафе «Трис Мергелес». Но вспомнилась с усмешкой, потому что здесь – приходит в голову только одна мысль. Везде бы так. Ла-л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 а
Есть в Прибалтике еще одно предприятие общественного питания, о котором хотелось бы сказать везде бы так. Это тоже кафе, только вход взрослым туда запрещен без сопровождения детей. Кафе это называется «Сказка», но это не просто детское кафе, а кафе-театр, кафе-эстрада. И в представлениях здесь принимают участие не только актеры. Впрочем, не будем забегать вперед. Кафе «Сказка» обязано своим рождением его директору, Йонасу Вобаляевичесу. В 58-м году мне вот такая мысль пришла, ну как бы не сделать хорошее предприятие для детворей нашей. Потому что мы взрослые, они везде находят вот это все. А детям, то или дома, с бабушкой, да, с дедушкой, или потому что родители больше молодые, имеют свои интересы. Значит, я думаю, подумал, что надо все-таки сделать хорошее кафе. И вот сделали мы тут маленькую такую комнатушку, вот на этом же самом месте. И название я подбирал, между прочим, так, ну, в семейном таком круге своем. И мне дочь еще была малышка, она говорит, папа, а ты назови ее сказкой. Сделали кафе и показала жизнь, что все-таки вот это кафе, она довольно заинтересовала наших малышей, ну, тем более и родителей, которые пришли и нашли удовольствие вот посидеть в спокойном, уютном уголке. Вот эта и мебель, как только находится такая, она особенно приспособлена для малышей и для взрослых. Это витражи все сделаны по нашей писательнице Салемейне Рис темах. Еще очень хорошо это все понравилось, когда мы проводим дни рождения детей здесь. Вот собирается там детвора 8-6 человек, по их там компании. Родители себе садятся отдельно, дети тут, получают тортик за свечками, зажигается вот это. И они себе тут прекрасно проводят день рождения. Каникулы детские. Значит, уже детвори тогда очень много требуют, чтобы им место всегда было. Приезжают даже экскурсии из наших тут районов, других городов, детвори посмотреть, побывать вот здесь. Итак, между прочим, сегодня уже надо сказать, что это предприятие, оно дает большое значение для воспитания детей правильно себе держаться, правильно обращаться с приборами. Правильно кушать. И он себе подтянутым тут уже так чувствуется. Даже вот такие вот мелочи я имею по своей внучке. Дома, если она кушает сосисочку или что-нибудь, ей не так приятно, невкусно, как она кушает здесь. Вот у нас такое название очень много, детские все изделия, кушание, там, коктейль «Сеньор Помидор», «Космонавт» там, и другие. Или же кушание «Буратино». Все это малогабаритные. Значит, порции делается. И вот таким путем, значит, оборудование, такая та работа, она дала свои результаты. И сегодня, я считаю, на будущее таких предприятий надо было бы все-таки иметь и в многих других наших городах. Так что детвора ведь везде – это самая большая радость нашего будущего. Только посидеть детям, покушать или выпить кофе маловато. Надо что-то сделать, чтобы они имели какую-то воспитательную работу проводить с этим делом. И мы, значит, решили проводить еще два раза в неделю вот, детский час. Когда сестеринка, дядя Лёва и кучу, и вмажу делялю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, вена посекеля, а шумер породисю. Прошел, прошел, а бить ранку тяс прошел искельти и породить кокс диделес. Меджу шакос лингуя новею,
Medžių šakos linguoja, linguoja nuo vėjo. Vėjas švilpia. O koks tavo vardas? Astutė. Deklamuoja dvi varlytės. Na, prašau. Если бы мы искали заглавие своим киноновеллам, то новеллу о таллинском кондитере Леониде Хейно можно было бы без сомнения назвать «Поэт». Человек должен видеть вокруг себя красоту и изображать ее в искусстве. С детства я любил очень рисовать, любил заниматься природой. Все удивлялись, откуда я беру такую любовь к этому. Просто любил цветы, украшать все вокруг себя. Но получилось так, что буржуазное время было очень тяжелое. И когда я пошел искать работу, безработных было тогда в Эстонии около 50 тысяч, хотя она была очень маленькая. Ну, проходил я случайно мимо кондитерской Харью, смотрю, стоит 13 ребят. Говорю, ребята, что стоите? Да, говорят, здесь берут одного кондитера, ученика. Так вот и закрепился в этой специальности. Ну, она мне понравилась, полюбилась, вникал в нее очень. И во время войны, в армии, помню, после первого ранения, лежали на кровати с моим товарищем. Он говорит, Ленька, ты что мигаешь, не спишь? Я говорю, что украшаю торты, говорю сейчас. Что как раз это сами пришли всякие мустеры новые такие, и мечтал все-таки о тортах. Ну и когда вот кончилась война, я из армии в 46-м году этого мобилизовался, пришел сюда, и здесь я сначала кондитером, потом меня, значит, в 48-м году бригадиром назначили, в 49-м заведующим производства. Люблю очень создавать новые рецептуры. Их очень много. Вот очень удачный этот из них, считаю, ореховый торт, лимонный торт, торт Таллин, бисквитно-воздушный, фигурный торт и пенек. Это все, так сказать, создано здесь у нас. И также делаем у нас все фруктовые торты. Они ароматичные, вкусные и как раз сезонные. Вот кисленькие пирожные с яблочной пирожной, так сказать, фирменные такие. Они даже во сне приходят, не то, что так это самое. Да, буквально приходят во сне. Спишь, и такой вдруг тебе прекрасный рисунок получается. И придешь, встанешь и зарисуешь. Ведь когда любой композитор или художник, ему дается какое-то задание, что-то такое, какую-то тему сделать, что-то создать, то он уже напрягает свои мысли и дает, как пишутся сценарии, как пишутся песни. Я считаю, что в кондитерском деле то же самое. Вот эта работа требует напряжения сил, мысли, эмоций и всех таких качеств. В общем, новатор должен быть человек. Хочется выразить свою душу, свою любовь к этому, к своей профессии через вкусовые качества и внешнее оформление. Чтобы человек, вот, он, увидя вот этот торт, он, первое дело, был поражен его внешностью.
ему доставило бы это какое-то эстетическое удовольствие. Оформление. Значит, человек вложил туда душу, он передал эту свою радость через торт тому, кто его купил. Да, новое время приходит в сферу обслуживания. Это заметно даже потому, как резко увеличился поток поступающих в школы торгового ученичества. В некоторых московских школах конкурсы – несколько человек на место. В этом смысле молодежь оказалась прозорливее тех родителей, которые, помните, давали нам интервью на улицах. Что вы считаете самой хорошей в специальности официанта? Мне вообще нравится обслуживаться. Я думаю, что из меня получится вежливый официант, который людям будет приятно, это будут настоящие гости. И я сумею обслужить. И потом я знаю французский язык, и я смогу разговаривать, если это будут иностранцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. И Иваночка, поступайте. Наставьте лет тоже. Где вы живете? Я в Советском районе. Сколько классов кончили? 8 классов. В комсомол как поступила? В этом году. Так, какую работу в школе вела? Ну, я помогала там. Шеф я была. С кем шефствовала? Ну, старушка. Ну, двумя старушками полы мыла и в магазин ходила. И... Значит, работать с людьми любишь? Люблю. А вот профессию официанта, вы видите, это больше, если мужчина или женщина? Вообще-то я вижу мужчину профессию, потому что, ну, вы же сами сказали, это тяжелая работа. Ну, я вот в кафе, предположим, приходил, если обслуживать мужчину, то, ну, как-то быстро, что ли, это получается, или мне так показалось, быстрее. Вообще, по-моему, действительно расторопность. Да и вообще, если мужчина продавец там, вот, то тоже сразу чувствуется деловой подход, как-то быстро даже. Почему вы выбрали именно торговлю? Чем это вас привлекло? Просто нравится стоять за прилавком, делать там какие-нибудь услуги людям. Нет, за прилавком стоять больше не придется. И не этому будут вас учить. Вас будут учить математике и психологии, операциям на счетно-вычислительных машинах и холодильному делу, товароведческим наукам и чудесам кулинарного искусства. Вы станете теми мастерами, о которых можно сказать словами Ромена Ролана: «Труд – это единственный титул истинного благородства». Новое пополнение, идущее в торговлю, рассчитывает на ваше внимание и доброжелательность. Чтобы все, и продавцы, и покупатели, относились друг к другу приветливо, с улыбкой.